Игнат Тихонович, молитесь. Боже, милостью будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, яко воистину блажить тебе, Богородицу, Преснопоженную, Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима, славнейшую воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово рожившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного животворящего Христа, святых ангелов, наших хранителей, и всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благ еси, и человека любец. Аминь. Боже, милости, будь мне грешному, создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое, сотвори их пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет у меня воля Твоя. Да неосужденно отверз за уста мои недостойны, восхвалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись овны и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Те блажа, ангельскую песнь вопием Те сильный. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигни Иси Господи, умы просвети и сердце, усне мое отверзи, во еже петите, Святая Троица. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и ко его же деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Иси Боже, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне героя Твоя благость и долго терпение, не прогневался на меня ленивый и греш, не погубил меня с беззакониями моими. Но человеколюбца уеси обычный, в нечаянии лежащего воздвиг мне еси, во еже утренне славословите державу Твою,
И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайте со слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Братья, включите видео. Сто девятнадцатый псалом. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю масоха, живу в шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящим мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей, не воздремлет хранящий Тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь – хранитель Твой, Господь – сень Твоя с правой руки Твоей. Днем солнце не поразит Тебя, ни луна ночью. Господь сохранит Тебя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь будет охранять выхождение Твое, и вхождение Твое отныне и вовек. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах Твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилеву славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолу дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир Тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага Тебе. Тебе возложу очи мои, живущие на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколем помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошелся бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизречены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я причастником славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды, но ли хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с этим прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь на хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить мне себя преобладанию этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель-покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами отгони от меня смиренного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего. И погаси пламя моих страстей, ибо я, Бог, несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником-молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая, божественная сила, честнага же творящего креста Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительству. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей и сродников, благодетель, митрополита Илариона,
епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священнорея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Липи, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, если угодно тебе, смири власти воинства их, наведи страх твой на них, умудри их издавать добрые законы, дабы достойно жить людям, дабы было из чего уделять нуждающимся, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Ардагена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, научи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников, советников, и в сей день сохрани от всякого рода зла и греха, от непосильных искушений. Защити жилище наше и селение от пожара, воровы нечистой силы. Благослови живущих там Андрея, Игоря, Серафима, Владимира, обрати. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. Пришли добрых жителей, знающих, любящих уставы Твои с детьми. Сохрани школу, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, щадо их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алевтину. Побуди всех на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Евгения, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика, Тимура, обрати, наставь, сохрани до царствия твоего. Екатерину, Галину, и нас помилуй милости Твоей ради и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Воззри на угрозы врагов, на их вред, клевету, злоречие. Примири их с нами, и в судный день не помяни их безумие. Прости им, ибо не знают, что творят. Посети благодетелей наших, воздай им добром всей жизни и будущей. Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Эдуарда, Юрия. И отступников найди, возврати, устраши Михаила, Николая, Александра, Юлию. Благослови Максима. Вразуми на всякое доброе дело. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Благослови путешествующих Раису, Льва, Виктора, и возврати их, Господи, и Игоря. Благодарю Тебя за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни. Во все свое время окажется вполне на пользу. Посети болящих, дай силу перенести страдания. Укрепи их на одре, пошли им исцеление. Валерия, Илариона, Кирилла, Алексея, Игоря. Татьяну, Валентину, Анну, Надежду, Александру, Марию.
Избави от духа лжи Романа, Виталия, Никити, даруй духовное рождение и желание трудиться в поте лица, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! Найди все наше родство и благослови Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Илею, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Сохрани наше сокровище в интернете, и книги здесь, и в пути, и трудящихся Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Вячеслава, семейством и содружеством его, путешествующую сестру нашу Ольгу. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче! Свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышний Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя! Воздай вечности добром всем, трудившись над моей душой и возрастанием ее в Тебе, Марию, Стефана, Александра, Михаила, Анну. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет Ты хранил от видимых и невидимых опасностей, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому дару жилье Сергею и Гавриилу. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли на встречу себе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует нам Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Сминский, Устин, философ, Косма и Дамиян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста,
Амфиму Вениамину дай веру и устраши родителей за ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макари, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысли ретиков развей и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя! Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Светланы, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву, воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся Тебе о нас. Исполни ее, любящий наш Отец Небесный. Прими нашу молитву, мы просим Тебя. Ради страданий голгофских Сына Твоего Иисуса Христа и пролитой им крови за нас грешных, мы молимся о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аллилуйя! Доброе утро всем! У меня тут последние два дня какие-то искушения пошли такие на интернет. Добрых. Вот вчера, интересно, сижу днем тут с кем-то беседую, и раз, все прекратилось. Ну, бывает, думаю. Попробовал включить, не включается. Потом взял телефон-то, поднял трубку-то, телефон, стационар на столе стоит, а он молчит. А он же от телефона у меня идет-то. Модем-то на столе стоит, не вверху. Пошел на улицу смотреть. Провод-то телефона где идет? Ну, скрывается-то на крышу, полез. Залез, принес лестницу, а лестницу на углярку, а по лестнице дальше полез. Вот ой-ой. Думаю, вот брякнусь тут, ну и... Залез, смотрю, а провод-то оборванный, а его нету провода, дальше-то нету, на улицу заходит, а его нету. Ну, чтобы дальше не ускользнуло, завязал его на трубу, слез, пошел. Где он кончился, откуда шел-то, тоже не соседний через дорогу дом пошел. Гляжу, там под ногами провод у них валяется. Потянул он, с крыши у них идет, двухэтажный дом. Но перекинул через забор. А соседи смотрят, они знают, я никогда не выхожу, не подхожу, а тут днем появился. Для них это диво. Я вижу, как они глядят. Протянул весь провод, поднял, чтобы выше головы было от того дома, где он валяется под ногами. На чьем доме он из чердака как бы идет.
Ну, так сделано. Ну что, затянул дальше-то? Через дорогу перетянуть надо. На этот столб надо высоко, и на этот. Звонить? Не знаю. Давай сестрам звонить. Может, деньги кончились? Нет, у меня там на целый год вперед положены. Зафиксировали нас. Ждать 2 часа. А время-то 2 часа. 4:30. В 6 заканчивают. 1,5 часа до конца работы. Ну не будет же они здесь у меня до конца. Стал снова звонить. Нет, отложили до завтра. Вот на сегодняшний день ждать надо с 8 до 10. Ну, до 10 у меня материалу столько. Утро, беседы. Утром выставлять ролики. Это вообще никак. Давай срочно вызывать Володю. Думал, он где там у Людмилы Степановны. Нет, он мне говорит, я у Игоря. Ну ладно, надо срочно домой. Лестницу до этого мы делали, к голубям лазить. Вторую на ту положили, на старую, кверху. Она высокая. Надо тащить через дорогу, ставить ее, привязывать вверху за лестницей и начинать работать. Ну я не думал, что сам Игорь-то приедет. А он у нас замерзает, иногда картошка в подвале, трапезная-то. А не, пенопласт привезут-то. Приехали. А я за это время опять полез на крышу. Давай защищать провода. С чем связывают-то? С той стороны пошел опять через дорогу, а соседи совсем уже глядят. Ну, по-хорошему. Зачистил. Ну, как теперь, где, в каком месте разрыв-то? Если на столбе, ну, тут тогда ряза потянул. А если между столбами? Как же я посередке-то свяжу-то? Давай искать заранее запасные провода. А там, чтобы провод не сползал с крыши, а там эти из старого провода сделали раньше эти. Думаю, вот это запасное, там 3-4 метра есть. И вот все это зачистили, все сделали, а уже темнеет совсем. И провода не хватает. Через дорогу-то перетянули высоко, а шел, видимо, КАМАЗ. Рядом работает, у него кузов высоко, да еще козырек такой. Ну и захватил, а делали низковато. Что интересно, рядом 2 провода, ну почти рядом. Мой оборвал, а у соседей нет. Вот какое дело. Захватил он на дорогу, а порвал дальше за нашим столбом и между нашим домом. И вот все сделали. Пришли, включил. Телефон работает, а интернет не работает. Ну и связался. У нас 38, три раза надо, 38-38. Помощь телекома. Ну и не слышу толком-то. Опять же, Володя, иди скорее сюда. Володя делает, как они говорят, тоже не помогает. Ну не помогает, не включается никак. Давай звонить своему помощнику, программисту, профессиональному. Он и работает программистом-то. Что он говорил? Ну, то же самое, что было. Но то ли боится это знающего. Включился. Ну, ночью я тут, конечно, выставил ролики и все. Только Бога славишь. Сколько помощников, сколько всего. Один ты ничего не сделаешь. Он по-другому говорил. Как? Они говорили одно, а он другую версию сказал и получил. А он-то другую. Но до этого-то где включить-выключить-то, это я видел. Одно и то же. А дальше что-то еще он. Так неужели те, которые работают на обслуге, не знают? Вот тоже удивительно. А этот человек так много знает. Другой раз у меня нет автозаписи, еще приедет. Он образовал там где-то компанию тоже по этому делу. Его вызывают то в Москву, то куда. Это значит специалист большой, как нашего юриста Севастьяна. Он то в Москву, то куда летит. Да везде же юристы есть. Значит, разницу люди делают, засвидетельствовали. И вот это искушение. Вот, а сегодня, значит, если Игорь приедет, будем решать. Володя, наверное, поедет по Теряевку, я остаюсь один. Об этом вот молиться надо. Я для чего рассказываю? Ну, чтобы не забывали, что мы очень нуждаемся. Володя уедет, чтобы там все снять. В воскресенье там будет бракосочетание. Терентий с Екатериной. Терентий – это сын Игоря Барабаша. А девушка – это моего племянника. Ну, короче, внучка Валентины Тихоновны, моей сестры. Ну, старобрядка. Там отец был против, не знаю, как его умастили, уговорили или еще. Они давно, оказывается, знакомы. А она учится где-то
в Барнауле или не знаю где-то в университете. Ну я детская, ну что ж, не кончила и будет. А Елена говорит, а я была как, там на третьем курсе родила. Ну тоже Елена, мать Терентия. Ну вот не знаю. А тут уже Володя говорит, да запрещают снимать, как запрещают, свадьбу запрещают. Брат, не шутите, не подчиняйся никому. Папарацци. Снимай, и все. Ну, Игорю сегодня скажу, он никогда не против. Батюшке позвоню. Володя, он видишь какой. Сказали, он сразу все, на год заглох. Снимай, да и все. Мы же не в таможне находимся, не военные корабли. Они превышают свои полномочия, не знают законов, а мы знаем. 330-й уголовный кодекс, 27-я гражданский, который разрешает везде снимать, кроме 5 мест. Кто не знает заранее, знаете, где нельзя, когда закрытое совещание Государственной Думы. Объявлено, что закрытое. А так можно снимать. Второе. Таможенное пространство, таможни. Третье. Военные корабли и с военных кораблей. И Министерство электрификации и газификации. Все. Ну и, конечно, если я в суде, то надо спрашивать судью. Она может разрешить, то есть не запрещено, но она решает. Там бывает насилие над ребенком, закрытое, не дают снимать. Ну, то есть, может быть и правильно. Вот надо знать закон. И поэтому мы вот готовимся тут, как будет. Елена, может быть, поедет. Сейчас узнаем, какая дорога, погода, как будто бы, ну, воскресенье будет, солнце. Это Елена Гладыщук-то. И тогда поедет она, чтобы оттуда там Надежду Васильевну забрать, барахлишко ее. Ну, все тогда. Сергей Павлович, давай. Порадуй нас. Только смотри, внимательно считай. Союзы не. Это у нас уже было этот. Аналогия это. С диамидом. Книга «Открытым оком», том 29, вопрос 3986. Если человек прочтет в мирской прессе про епископа Диамида, то поймет ли он, кто же прав? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все зависит от совести, просвещенной Духом Святым. Я могу назвать вам одну лишь из многих статей подобного содержания. «Комсомольская правда», 22 июля 2008 год, страница 6-7. Епископ Венский Иларион. Кавычки открываются. «Диамидовщина – спланированная акция, чтобы расколоть православную церковь. Столько злобы сергианского доносительства, подыскивания и тупости безразмерны в словах Илариона. Тут сказано, что епископ Диамид назвал их собор волчьим. А каким же он может быть, если прочесть только вот эту статью? Надо быть совсем мертвым духом, чтобы в этой статье не увидеть духа лжи и дьяволиады, которая вокруг Диамида. Все эти отлучения никакой духовной силы не имеют. Он может служить, как и служил. Но беда в том... что вокруг него будут собираться не те, кто ратует за возрождение, а за рождение свыше. Диамид якобы сказал... Наша епархия, то есть Чукотская, небольшая, всего 19 приходиков. А последователей у моей позиции очень много. Это и Россия, и Белоруссия, и Украина.
Когда этот Волчий собор произошел, мне многие звонят даже из дальнего зарубежья, из Японии, из Ирландии, Нидерландов. Звонили в поддержку и с крайним возмущением таких действий. Конечно, если сравнить слова Диомида и его противников, то любому видно, что он смело выступил. Он пошел на переживания, на лишения. Поверим, что он так и верит, как говорит. Он уже вошел в историю, но вот каковы его помощники? На путь апостольский они вряд ли пойдут. Третья книга Царств, 18 глава, 40 стих. И сказал им Исаия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. Сергей, остановись. Сказал ему Исаия. Кто сказал? Третья книга Царств, 18 глава, 40 стих. И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. Книга Деяний, 20 глава, 29 стих. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. О моде мира пару слов сказать, кто создает ей писк и крик постылый. Последовал кто ей, свои закрыл глаза, для жеребцов готовятся кобылы. Разрезы с вырезом к искромканной душе, и оголяется то грудь, то место сзади. Для мужеложников и блудников мишень, и бесы лютые той жертве только рады. Кто бритвой выдумал женоподобие куклы, кто волосы мужчинам отрастил, такая мерзость сводит верным скулы, и жизнь сама такого не простит. Страстям потворствуя, безлики в нищете, нецеломудренность разгорячает в жилах, подобным мусору и в паводок щепе, на бесхребетности сварганили обмылок. Из протоколов мудрецов жидовских спорт с модой по программе обналичен. Великовозрастных пора кормить из соски, едва на 1000 хотя бы одна личность. Маразматическое скотство пьют взахлеб, чего бы проще скинуть все до нитки, но дьявол атакует прямо в лоб и оголяет до бесстыдства титьки. Сказал о том, нескромностью сочтут и обзовут ханжой старорежимным. Из паутинки нижние соткут, пуп оголяют, не стыдясь, и жиру. На фотографиях старинных, на иконах нам образец сумели сохранить. Соблазн родившему мутарство все припомнят, как рассыпали модою стряхнин. Кто любит мир и то, что от него, тот Богу враг. В том очи нет любви. Сбрось чуждое в спасительный огонь. Своих помеченных врагу легко ловить. 30 июня 2008 год. Игнатий Лапкин. Книга «Открытым оком», том 29, вопрос 4023, тема «Церковь».
Какие доказательства того, что рукоположение у несогласных с объединением МП с РПЦЗ истинное? В случае чего, можно ли к ним присоединиться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть документы и свидетели, что рукоположение у Тихона, пасечника, истинное, как и иных малого стада, коих уже до 8 названий. Хотя мы их вполне вмещаем, мы вряд ли будем ими вместимы за наше желание жить по первоапостольским нормам деяний апостолов. Кавычки открываются. 1 ноября по старому стилю 10 октября 1981 года в истории русской церкви состоялось историческое событие величайшей духовной важности – архиерейский собор русской зарубежной церкви под председательством ее первого иерарха, блаженнейшего митрополита Филарета Вознесенского. Совершил соборный акт прославления в лике святых, царственных мучеников и всех новомучеников и исповедников российских от богоборческой советской власти в России пострадавших. Другим важнейшим деянием этого собора было исповедание полного духовного единства РПЦЗ с гонимой богоборцами на родине русской истинно православной катакомбной церковью. По постановлению этого собора было решено оказать посильную братскую помощь гонимой церкви российской в ее возрождении, восстановлении утраченного в годы гонения канонического епископата и церковного управления. С этой целью по благословению святителя Филарета архиерейским собором РПЦЗ было решено тайно совершить для катакомбной церкви в России епископскую хиротонию катакомбного архимандрита Лазаря Журбенко. Для возрождения и руководства церкви в России. И таким образом восстановить каноническое церковное возглавление в ИПЦ. Эта соборная миссия РПЦЗ была успешно исполнена через полгода. 27 апреля по старому стилю. 10 мая 1982 года, когда в Москве на квартире катакомбной монахини Феодоры была совершена тайная хиротония во епископы ИПЦ отца Лазаря Журбенко, проведшего 5 лет в сталинских концлагерях за принадлежность к истинной православной церкви. О том, что решение о восстановлении канонической иерархии ИПЦ на родине и хиротонии для нее владыки Лазаря были приняты на историческом архиерее соборе РПЦЗ, прославившем священно-новомучеников и исповедников российских, а также о том, что хиротония эта совершена была не для РПЦЗ, а именно для Катак. Церкви в России свидетельствуют многочисленные, именно для катакомбной церкви в России свидетельствуют многочисленные документы РПЦЗ тех лет. Первое. В синодальной грамоте РПЦЗ от 3 по старому стилю 16 мая 1990 года об этом сказано следующее. Кавычки открываются. Архимандрит Лазарь Журбенко от Российской Православной Церкви, я же в катакомбах избран, и священным архиерейским синодом Русской Православной Церкви за границей утвержден и определен быть епископом богоспасаемого града Тамбова, по чиноположению же святые апостольские Восточные Церкви, содействующему, всесовершающему и всесвятому Духу, в лето от воплощения Бога Слова 1982 года, месяца апреля, в 27-й день, в ограде Москве, хиротонисан архиереями Русской Православной Церкви за границей,
по восстановлению архиерейского собора 1981 года. Катания преосвященного Лазаря состоялась при особых обстоятельствах, вызванных трудностями настоящего времени, поэтому хиротония была совершена тайно. При этом в синодальной грамоте и речи нет о том, что епископ Лазарь должен подчиняться синоду РПЦЗ, а только лишь сказано, что, кавычки открываются, в недоуменных случаях подобает и лепоти есть просите совета и наставлений от архиерейского синода РПЦЗ. Кавычки закрываются. В кавычках просить совета и во всем, опять слово в кавычках, подчиняться синоду — два совершенно разных понятия, которые, к сожалению, со временем новым руководством синода РПЦЗ были существенно искажены. О чем свидетельствовал архиепископ Лазарь в своем докладе архиерейскому собору РПЦЗ от 14 по старому 27 апреля 1993 года. Синодальная грамота от 13 по старому 16 мая 1990 года была подписана первоиерархом РПЦЗ митрополитом Виталием, первым заместителем первоиерарха РПЦЗ архиепископом Антонием Женевским и западноевропейским, а также членами архиерейского синода РПЦЗ, архиепископом Антонием Лос-Анджелесским, архиепископом Антонием Западноамериканским и архиепископом Павлом, архиепископом Лавром, епископом Алипием, епископом Константином, епископом Иларионом и епископом Марком. Второе. В другом синодальном документе за номером 2/35R и подписанном первым заместителем первоиерарха РПЦЗ архиепископом Антонием Женевским и западноевропейским секретарем архиерейского синода РПЦЗ епископом Григорием Вашингтонским и Флоридским, епископом Варнавой, Ментонинским и епископом Марком Мюнхенским прямо сказано, что епископ Лазарь решением архиерейского собора РПЦЗ за 1981 год поставлен не для окормления приходов РПЦЗ, но, кавычки открываются, для возрождения и руководства церкви в России. Кавычки закрыты. В 1981 и 1982 годах в подъеремной России не существовало приходов РПЦЗ. Они появились здесь лишь после так называемой перестройки и распада безбожного СССР в 90-е годы. Тогда же в Советской России существовали лишь Сергианская МП и не признающая ее катакомбная истинная православная церковь, ИПЦ, которая в результате жестоких гонений утратила свою иерархию, и потому собор РПЦЗ помог для нее тайно рукоположить владыку Лазаря. Как сказано в этом синодальном документе, кавычки открываются, епископ Лазарь Журбенко рукоположен по постановлению архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей во епископа для возрождения и руководства церкви в России. Далее, кавычки закрываются, далее Игнат Тихонович пишет места Священного Писания. Книга Деяний, 14 глава, 23 стих. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». И второе послание Тимофею, 1 глава, 6 стих.
По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Роман, прочитанный, моментами застрял, сопереживанием героям в неустройстве, как много там описанного зря, но так затянуто интригой, все непросто. И обязательно в конце с чертой вопрос, а надо ли прознать чужие страсти, читая чуждое, духовно не возрос, с героями не остановлюсь, с героями не становлюсь я счастлив. Уметь ревизию и в простеньком творить, для пользы дела умно приторочить, на всем из слова вывести вердикт. Не наше, прочь, расправимся и с прочим. В нас очистители и сито, что к чему, имея навык разложить по полкам, налево, вправо разделять начту. На пользу наше, прочь, в чем нету толка. Ломая принятые нормы стихотворства, за умностью сравнений не туманить, что нравственно разбрасываем горстью, раскаявшимся указать на баню. Мистическая строго на учет контроль, что не по Библии, невыездным пусть станет, безбожное во свете Библии пороть и обложить подобное неимоверной данью. От поучений нравственных читатель огражден, к нему реку из пасти змей пустил, душа язычница не пахана, как дерн, никто не сеет на асфальт настил. По молодости многое приходится сглотнуть, а после мается кровавою отрыжкой, как искренне под старость прежние клянут, поняв, как многое тогда сглотнули лишнее. Читая Библию, о том не пожалел, она и временную нам облагородит жизнь. Весь мир литературный лежит в глубоком зле, почти во все влечет не вверх, а только вниз. 29 апреля 2008 год. Игнатий Лапкин. Да, почти что все, она почти все, она прямо и пропускает, и слова, сколько уже говорила, и ничего нет. Это легкомысленная жизнь. Считает, а считает неправильно. Все время соваться туда говорить, да ладно уж. Книга «Открытым оком», том 29, тема «Церковь», вопрос 4025. Почему понятие о церкви у всех разное? Даже о Христе столько споров теперь нет, как о церкви. Есть ли материалы, чтобы в кратком виде пояснили доступно учение православное о церкви? С чем связано, что у всех еретиков нет практически никакого понятия о церкви? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких материалов вполне хватит перегородить реку. У меня есть материалы, но нет авторства, хотя я по стилю могу догадаться, кто написал. Очень похоже на Алферова Дионисия. Кавычки открываются. Как видимое, церковь есть богоустановленное общество с определенными формами. Невидимая сторона церкви распространяется прежде всего на ее личный состав, ибо в нее входят не только люди, сейчас живущие на земле, но и в вере отшедшие. Невидимой является также божественная благодатная сила, действующая в церкви и ее одушевляющая. Невидимым является и божественное основание церкви, имеющее главой Господа Иисуса Христа, исполняемое Духом Святым
носящий печать Святой Троицы, во имя коей крещаются все вступающие в церковь. Могут быть два уклона учения о церкви. Один, ведущий к разрыву между видимой и невидимой частями церкви. Другой, к превращению ее в организованное общество единомышленников, вроде государства или партии. Протестанты учили, что церковь есть общество святых, которые только вкраплены в земную церковь, и даже находятся за пределами христианства и вообще ведомы одному Богу. Здесь ударение лежит на противопоставлении невидимой подлинной церкви и видимой, в сущности, неподлинной, только вмещающей в себе истинную церковь. Святые в церкви действительно неведомы миру и ведомы одному Богу. Однако из этого факта здесь делается вывод, что церковь, как богоустановленное общество, не свята сама по себе, но освящается лишь святостью святых. Тем самым реформация превращает церковь лишь в идею, несовместимую в мировой истории. Здесь совершается разрыв между идеей и действительностью. Вместимую или невместимую? Тем самым реформация превращает церковь лишь в идею, невместимую в мировой истории. Здесь совершается разрыв между идеей и действительностью, между невидимым и видимым. Историческая церковь, как подлинная носительница благодати Божией истины, отвергается. Решающее значение имеет не столько определение внешних границ церкви, сколько постижение ее внутренней природы. Основное свойство церкви в том, что под внешними формами и проявлениями ее жизни подается благодать, совершается действие силы божественной. Церковь есть благодатная жизнь в этом мире и за его пределами одновременно. Церковь есть непрестанное благодатное убожение человека. Для церкви характерно неразрывное соединение божественной и человеческой жизни, сращенность формы и содержания без устранения или растворения человеческого естества, наделенного проницаемостью для благодатного претворения. Церковь есть единство премирного и мирового бытия. Такое единство есть тайна, открывающаяся только в духовном опыте членов церкви. В этом смысле церковь нельзя показать неверующему, но для верующего она вполне осязательна и видима. Ее бытие подчинено пространственности и временности, общим для всего мирового бытия. Церковь есть действие Духа Божия, обитающего в человеке. Она есть воплощение Христа, живущего в мире. Вся история церкви таинственна, и сама она есть непрерывное таинство, которое проявляется в молитвах и таинствах в собственном смысле. И как в таинстве все видимо, имея свою установленную форму, и все невидимо то, что наполняет эту форму. Неверующий глаз видит здесь только внешность, для верующего же ведомо содержание этой внешности. Церковь есть лестница между небом и землей, через которую совершается нисхождение Бога и восхождение человеков. Церковь есть благодатная жизнь в Боге, и потому она не может быть описана. Однако по воле Божией она сращена с внешними формами и установлениями,
которые и должны быть свято и нерушимо соблюдаемы и могут быть видны. Церковь на земле основана прямым изволением Христа Спасителя в дни Его земной жизни и утверждена кровью Его. Совершилось возвещенное с креста и разодравшее церковную завесу ветхозаветного храма явилось и основанием Церкви Христовой. Завершило основание Церкви Пятидесятница, излияние Святого Духа на апостолов, а через них и на всех людей. Говорится иногда о ветхозаветной церкви, существовавшей ранее пришествия Христова. Конечно, силою грядущего явления Христа. Церковь есть неизменное основание и цель миротворения. Мир создан Богом ради церкви, как ее вместилище. Пастырь Ерма. Ибо последний предел мира будет тоже, когда, кавычки открываются, Бог станет все во всем. Послание к евреям, 2 глава, 4 стих. Церковь не могла возникнуть из несуществующего, как возникают различные человеческие общества. Она не могла быть основана, как основываются человеческие учреждения, которые могут быть или не быть. Ее возникновение и основание подчинено высшей внутренней необходимости, заложенной в самом сотворении мира и человека. Первый человек, созданный по образу Божию, должен был достичь и богоуподобления, то есть был призван к полному воцерковлению своей жизни. А через это и всей твари, судьбы которой были поставлены в зависимость от человека. Первая заповедь, данная человеку, содержала в себе сокровенно предначертание пути оцерковления человека. Он должен был прежде всего явить послушание, выражающего его любовь к Богу. Непослушание явилось не любовью к Богу, искажением образа Божия в человеке. Человек отпал от живого и непосредственного богообщения, сошел с пути оцерковления на путь обмерщвления. Этим он нарушил собственную природу и увлек за собой тварь. Для падшего человека был установлен прообраз грядущей церкви. В него входили люди, вступившие в завет с Богом и хранящие установленное богопочитание. Для восстановления падшего человека нужна была новая жизнь, которая при этом не разрушила человеческую природу. Обновление падшего Адама совершилось явлением Христа Бога человека, в котором неповрежденное человечество нераздельно и неслиянно соединилось с Божеством и снова обрело состояние свободное от тления и порчи. Совершенное обожение человеческой природы во Христе и есть основание им Церкви. Действительным основанием Церкви является поэтому совершившееся боговоплощение, при котором совершенная человеческая природа соединилась с истинной божественной природой в лице второй ипостаси Святой Троицы при полном взаимном проникновении обеих природ, но без всякого взаимного поглощения. Как в предвечной жизни Святой Троицы Святой Дух почиет на Сыне, открывающем Отца, так и в мире боговоплощение Христа осталось бы незавершенным, если бы оно не привело с собою и нисхождение Святого Духа, сущего нераздельно со Христом. Посему и обожение человечества совершается боговоплощением Христовым
силой Святого Духа, причем и Сын, и Дух Святой посылаются Отцом и Его открывают. Потому основание Церкви является делом всей Святой Троицы, причем каждая ипостась открывается соответственно своему ипостасному свойству. Отец посылает, Сын воплощается, Святой Дух нисходит и осуществляет дело Сына. В смысле совершенного общения жизни со Христом Церковь именуется телом Христовым. Вы – тело Христово, а порознь – члены. 1 Коринфянам 12:27. Церковь есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Послание Ефесянам 1:23. Природа тела в отношении к живущему в нем духу состоит в том, что оно является послушным орудием, велением духа и посредством его проявлений. Тело имеет общую жизнь с духом, их можно различать, но нельзя отделять и противопоставлять. При этом первозданное состояние тела, не искаженное грехом, или прославленное тело Христа воскресшего, но под него не подходит теперешнее состояние нашего тела, которое в силу греховности является темницей для духа. Именуя Церковь телом Христовым, апостол свидетельствует о таком единении Христа с человечеством. Насколько жизнь в Церкви есть жизнь во Христе, настолько она есть жизнь во Святом Духе. Далее, кавычки. Открывается правда, мир, радость о Духе Святом. Кавычки закрываются. Стяжание Святого Духа есть и цель, и существо, и задача христианской жизни. Без благодати Святого Духа нет жизни истинной и вечной. Нет жизни в Боге. Церковная жизнь есть благодатное царство Святого Духа. Церковь есть Дух Святый, благодатно действующий в людях. Он был вдунут воскресшим Христом в апостолов, которые тем самым были рукоположены великим архиереем во священство. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Этими словами им была дана священническая власть. Церковные таинства совершаются призыванием и силою Святого Духа. Освящение святых даров на литургии, освящение мира, крещальной воды, елея и при елеосвящении, рукоположении и так далее. Церковь обладает сокровищем вечной жизни во Христе и Святом Духе. Она есть вечная жизнь на земле и в 7 веке начаток века будущего. Хотя сила Церкви есть благодатная жизнь в Боге, невидимая очами мира, однако вследствие этого Церковь не становится невидимой в своем внешнем бытии в этом мире. Благодатная жизнь в ней соединяется и с внешним ее ознаменованием через посредство видимых знаков и действий, которым присуща благодатная сила. Установить такую связь и единство между внешними знаменованиями и духовной сущностью, его наполняющий, или обрести нужную форму священных символических действий своими силами человеку невозможно. Возможно только откровенно установленное богопочитание и богослужение. Церковь Нового Завета имеет постановление о богослужении и святилище земное, хотя иное, чем ветхозаветное, как и новое священство.
Новый Завет также установлен как видимая церковь. Церковь основана Христом и исполнена Духом Святым, как общество верующих, имеющее внешние признаки и формы своей жизни. Церковь есть неповрежденное человечество Христово, соединившееся с Божеством и в видимости своей вместившее невидимую пресносущную силу Божества. Церковь есть единство двух жизней, двух миров, божественного и человеческого, природного и благодатного. Посему эта жизнь раскрывается и осуществляется в видимых формах, сверхчувственное в чувственном. Но эти формы даны и установлены самим Бога-человеком, сообщающим свою жизнь своему телу непосредственно или через посредство апостолов в дальнейшем предании. Церкви и только ей одной присуща сверхприродная благодатная жизнь. Но она есть источник, орошающий человечество водами жизни вечной, и вне этого источника нет влаги. Общение благодатной жизни дается человеку не в единоличном обособлении, но по соборной связи с церковью, как богоустановленной организацией. Плоды этой жизни не всегда видимы, как сокровенна и самая жизнь в Боге, но формы ее видимы и богоустановлены. В жизни Церкви, как тело Христово, мы имеем единство двух воль и природ. Таинственная жизнь в Церкви и есть это единство богоустановленных форм, в которые подается благодать Божия и человеческого произволения. Благодать Божия и человеческого произведения, подвига, усилия, которым Царство Божие нудится. Поэтому-то Церковь не есть и не может быть просто обществом единомышленников, как последователи учения Христова, подобно мирским человеческим обществам. Она по самой природе своей и задачам своим может быть основана только самим Богом. Она может быть дана человеку, но не может возникнуть естественным путем. Отсюда следует, что церковь есть всецело и единственно церковь предания и не может быть иной. Просвещенные Святым Духом апостолам передали учение Христово своим преемникам. И это священное предание творчески сохранялось, то есть развиваясь и осуществляясь в жизни, кристаллизовалось в формы церковной жизни, имеющие священный авторитет и подлежащие сохранению до окончания мира. Главным таким установлением является церковная иерархия, облеченная свыше власть опосредствовать между Богом и людьми, низводить благодать Святого Духа. Эта власть, первоначально данная апостолам и ими переданная своим преемникам вместе с учением и всем преданием, является основанием того, что Церковь есть апостольская в своей силе. Она имеет одну и ту же благодатную силу и власть, как и во времена апостольские. Этому самотождеству Церкви во все времена ее существования не противоречит то, что святое предание сохраняется не как мертвый капитал, но как живое предание, находящее для себя разные исторические формы выражения. Апостольское преемство благодати остается нерушимым. Наличием богоустановленных форм церкви видимой дается внешнее определение как общество, связанного иерархической организацией и единством предания, а вследствие этого и единством благодатной жизни. Вступление в церковь совершается через новое рождение водой и духом,
через святое крещение. За порогом ее оказывается все человечество, жившее до Христа и живущее после Христа в неведении о нем, хотя и без противления ему. Пути спасения его остаются для нас тайной. Церковь земная, воинствующая, состоит из грешников, спасающихся, хотя и искупленных Господом, но еще соделывающих дело своего спасения. Ничья участь и ничье состояние не может считаться определившимся, пока не закончится земная жизнь в силу удобопревратности человеческой природы ко греху. Невод в церкви влечет себе рыб всякого рода. Евангелие от Матфея 13:47. И разделение произойдет лишь тогда, когда будут отделены плевелы от пшеницы, до времени растущие на одном поле. Евангелие от Матфея, 13 глава, 24 стих. Следует из единства благодатной жизни в Боге, как един Бог, един Христос и Дух Святой, так по силе этого единства, едина и Церковь. Такое единство есть прежде всего самотождественность благодатной жизни. Это же свойство есть ее кафоличность или цельность, не количественное, но качественное определение, присущее благодатной жизни как таковой. Она неделима, хотя и многообразна в проявлениях и формах. Церковь едина, ибо жизнь ее единственна. Единство есть качество церковности. Жизнь в Боге целостна, всеобща, как в смысле качественного его тождества в разных местах и в разное время, так и в смысле внешнего ее единообразия, проистекающего из внутреннего единства. Духовная жизнь имеет свой особый язык, единый для всех. Чудо Пятидесятницы всегда продолжается в жизни Церкви. Внутреннее единство Церкви, как благодатная жизнь, проявляется во многих поместных церквах. Внутренним качественным единством обосновывается и внешнее количественное выражаемое одинаковостью церковной жизни и иерархической организации. Единство жизни церковной устанавливается общностью вероучения, догматов, всего предания церковного, совершением таинств, богослужения и всем богопочитания. Есть единый, неизмеримый по глубине поток предания, в который вливается всякая община. Это есть не повторение, но общность, не одинаковость, но единство, не подобосущее, но единосущность. Вся сокровищница церковного предания, благодатного содержимого церковью, не вмещается в рамки никакого частного церковного опыта. И однако он возможен лишь на общей ее основе, питаясь от общего церковного корня. Каждый член церкви не может носить в своем религиозном сознании что-либо противоречащее церковному учению и с ним несовместимое. Ибо это означает отпадение от церкви. Быть слабым членом церкви, малосведущим, не значит быть еретиком, извращающим и отвергающим ее учение. При этом члены церкви содержат обучение не на основании своего личного исследования или личного убеждения. Оно может иметь значение только посредствующее, как пути приводящего к церкви, но на основании авторитета самой истины, жизненно опознанной в церкви, которая есть столб и утверждение истины. 1 Тимофею 3:15. Не все церковное достояние доступно и вместимо всякому ее члену. Глубина ведения церкви заведомо превышает силы отдельного человека,
как бы он ни был одарен. Но он должен поверять себя по церкви, учиться у церкви, вопрошать церковь, искать истины в ней, а не в самом себе. Для члена церкви критерий истинности мнений – церковность. Он должен желать быть церковным, находиться во внутреннем согласии с церковью, покоряя ей всякое своемыслие и самочиние. Однако такое послушание церкви не есть внешнее пассивное, но внутреннее, творческое. Послушание не раба, но сына, не страха, но любви. Любящий заботится быть в согласии с любимым. Сын быть в объединении с Отцом Небесным и Матерью Церковью. Это единение только тогда возможно, когда является искренним и свободным. Церковь для своих членов есть не просто власть и авторитет, но и любимая мать. Для того, кто ведает в церкви излияние Духа Божия, противление церкви есть противление Духу Святому. Церковная дисциплина, внутренняя и внешняя, когда только, тогда только жизненна и крепка, когда опирается на свободное сознание своего долга и любви. Но на каждого члена церкви возлагается долг узнать свою веру, воцерковляться в отношении учения церковного и стремиться доступными для него средствами, наипаче жизненным подвигом, к постижению его. Далее цитата 1 Коринфянам 8:3. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Источником научения для всех доступным и равно необходимым служит богослужение, участие в таинствах церковных. Сам Христос, вселясь в верных через таинство тела и крови, подает им ум свой. Сам Дух Святой, живущий в церкви и сообщающийся в таинствах церковных, научает нас всякой истине. Весь чин богослужения учит и назидает верных. Свое место в утверждении и хранении церковного предания имеет человеческое усилие в виде богословской науки в духе церковности. С первых веков христианства богословие оказывало в церкви свои услуги. Потребность в богословии, опирающемся на все доступные средства научного исследования, была во все времена. Церковное предание хранится не как талант, зарытый в землю, но как непрестанно обращаемый и приумножаемый. Единство предания и богопочитания есть жизненное осуществление единства Церкви. Но это единство выражается и в одинаковом для всех частных церквей общей организации Церкви. Рядом с единосущим внутренней жизнью в ней имеется и подобосущая внешних ее форм, из этого внутреннего единосущая вытекающих. Церковь есть общество, иерархически организованное, имеющее церковную власть и пособых. Власть в церкви связана со священным саном, присуща этому последнему. Господь посвятил нас священнослужение апостолов, и эта апостольская власть преемственно сохраняется в священстве. Эта власть состоит в праве совершения таинств, поучения и управления церковью. Эта власть не может быть ни отнята, ни умалена, ибо она дана самим Господом. Различие между мирянами и священством не может быть умалено, ибо священство обладает особым даром Святого Духа, низводимым при хиротонии. Священство существует не силою человеческого избрания, не поручением от общины, как учит протестантизм, но таинством рукоположения.
Древнейшее предание церкви свидетельствует, что руководство церковной жизнью находилось в руках иерархии. Во главе общин стояли епископы. Преемство епископской власти от апостолов устанавливается списками епископов древнейших церквей. Основание учения о степенях иерархии и ее апостольском происхождении имеется и в Писании, где говорится, что апостолы возлагали руки на пресвитеров и епископов. Превращение церковников в простых избранников общины, которая этим избранием всецело их порождает и передает им права служения слова и священнодействия, вносит ложный догматический принцип постановления снизу через избранное. И тем нарушает иерархическое начало, которое держится не на избрании, но на поставлении или посвящении. Иерархия вносит начало внешнего единства церкви наряду с внутренним. Благодаря иерархии церковь есть организованное общество, имеющее законную власть и порядок. Единство догматическое и таинственное восполняется единством каноническим. Высшая церковная власть, естественно, связана с саном епископским. Естественное строение церкви как организованного общества выражается в ряде епископий, живущих полнотой жизни в своих собственных пределах. Эти частные епископии соответствуют множественности поместных церквей. Таким образом, единообразие церковной организации соответствует ее множественности. Это соответствует избранию Господом 12 апостолов как соборного возглавления церкви. Епископии находятся между собой в организованном общении. Согласно 34-му апостольскому правилу, епископы каждой страны должны иметь первого между собою, который является центром единения в формате архиепископий, митрополий, патриархов. Последние также находятся в общении между собою. Наиболее ярким выражением этого общения являются Вселенские соборы, получившие авторитет высшей власти для Вселенской Церкви и установившие ряд церковных канонов, имеющих общую значимость для всей Церкви. При отсутствии Вселенских соборов соборность Церкви проявляется в общении отдельных церквей по разным вопросам для установления общих мнений и духовным единением в молитвах и таинствах. Итак, как организованное общество, церковь подразделяется на ряд автокефальных церквей, руководящихся общим церковным законодательством, святым каноном, общностью веры и жизни. Для католиков единство церкви прежде всего выражается в наличии единого главы церкви, римского папы, обреченного всей полнотой власти. Римская церковь есть церковная монархия, никем и ничем не ограниченная. Прежде всего единство власти, а не единство жизни. Перенесение в область церковной жизни норм государственного права извращает ее существо. Церковь приравнивается к государственной организации и проникается духом юридизма. Внешние удобства, связанные с церковным централизмом, связаны с ослаблением внутреннего таинственного единства. Единство церкви есть внутренняя норма, которая не должна извращаться внешним централизмом. По православному взгляду, сама церковь дает права и устанавливает авторитет той или иной кафедры, в частности и римской. По латинскому, папе принадлежит власть над всею церковью по Божьему установлению.
Римское понимание церкви как папской церковной монархии неизбежно извращает природу церковного единства, подменяет единство жизни единством власти. Это сосредоточение в руках главы всей церковной власти, догматированное Ватиканским собором, означает сосредоточение в его лице всей церковности. Вся церковная жизнь сводится единственно к повиновению свободе христианское место, сводится единственно к повиновению. В свободе христианское место не остается. Власть папы, как абсолютная, не знает апелляции. Папа принципиально может приказывать всем, все и обо всем. Он становится над церковью выше церкви. Он сам есть церковность, по которой мерить себя должны все члены церкви. Это есть рецидив иудейства в христианстве. В церковной жизни сочетаются начало послушания и свободы. Послушание вне христианской свободы, снятие личной ответственности, возложенное Богом на каждого, есть иго рабства. Свобода, понятая как своеволие, не есть церковная свобода. Церковь не есть государство и не должно определять себя по образу государства. Глава церкви есть Христос, и поэтому она не имеет земного главы, она может иметь и единственного, она не может иметь и единственного, в кавычках, наместника Христова, заслоняющего собою невидимого главу. Всякий епископ, как носитель благодати сана, есть наместник Христов, но не в своем обособлении, а в связи со всем епископатом. Господь избрал 12 апостолов, которые и образуют соборную власть в церкви, имея первого среди равных Петра, но не имея князя апостолов, ибо глава церкви – Господь, сидящий обесную Отца. Купол здания церковной власти всегда остается недоступен и не может быть достроен. Простите, купол здания церковной власти всегда остается недостроен и не может быть достроен, дабы было открыто небо. Пестрая совокупность автокефалий, не всегда внешне объединяемых, более соответствует природе церковного единства, нежели централизованный папизм. Церковь всегда имеет наличную власть на местах местного епископа и собор епископов, и потому никогда не страдает без власти. Эта власть в законных своих пределах имеет всю полноту и требует себе подчинения в вопросах церковной дисциплины. Но вместе с тем, каждая из этих поместных властей не есть абсолютно и безаполиционно. Она не снимает с каждого члена церкви личной ответственности не только за неподчинение, но и за подчинение. Христианское подчинение церковной власти не есть слепое и рабское, но сознательное и свободное. Церковная власть не лишает своих членов права и обязанности суждения по вере, которая и есть основание соборности церковной. Единоличная власть, не допускающая апелляции, фактически всегда непогрешима, не оставляет места для суждения, зная только повиновение. Посему церковное единство есть соборная множественность, основанная на Христе. От этого не должно отступать к папизму во имя мнимого единства. Церковный раскол коренится не в отсутствии административного центра в церкви, но в развитии церковного опыта, в разном чувстве церкви,
в разной церковной психологии, исходя из разного церковного опыта, одни и те же вещи люди видят и понимают по-разному. Часто полагают, что разница православия с католичеством в вопросе о догматической непогрешимости заключается только в органе этом непогрешимости. У католиков это единоличный орган, римский папа. У православных этот орган коллективный, собор епископов. Но православие отличается от католичества не только органом непогрешимости, но и невозможностью иметь внешним авторитет непогрешимости. Авторитетным выражением православного сознания является послание восточных первоиерархов 1849 года, в котором выражена мысль об отсутствии в православной церкви внешнего авторитета непогрешимости. Ибо соблюдение истины вверяется здесь церковному народу как телу церковному. Далее, в кавычках, у нас ни патриархи, ни соборы не могли ввести никаких новшеств, ибо хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть самый народ, всегда желающий сохранить свою веру неизменной. Это положение развил А.С. Хомяков. Цитата. «Разумная свобода верного не знает над собой никакого внешнего авторитета, но ограждение этой свободы единомыслие его с церковью, а мера оправдания определяется сознанием всех верных. Посему вся церковь принимала или отвергала определение соборов, смотря по тому, находила ли сообразным или противным в своей вере и своему преданию, и присваивала названия вселенских тем из них, в постановлениях которых признавала выражение своей внутренней мысли. Собор Вселенский становился голосом церкви. Посему отвергнутые еретические соборы, не представлявшие никаких наружных отличий от соборов Вселенских. Единственно потому, что их решения не были признаны за голос церкви всем церковным народом, тем народом, где, когда это нужно по усмотрению Божию, отрок получает дар ведения, ересь ученого епископа опровергается безграмотным пастухом. Хомяков сбил католическую ложную диалему. Папа или собор. Эта постановка вытекает из католического понимания церкви как организации власти и авторитета. Церковь не есть только учение, но первообразная глубина единого целостного духовного опыта, по отношению к которому все слова, его выражающие, являются вторичными выражениями его отдельных моментов. Словесные выражения догматов являются логическими проекциями сверх логического канала, выражением в слове того, что невместимо в слове. В основе правильных или ложных формулировок лежит правильный или неправильный духовный опыт. Если духовный опыт истекает из целостной жизни церкви, то и догматическое его определение соответствует своему назначению. Но если этот опыт есть уклонение от истины, отделение от единой церковной жизни, то логическая его проекция есть ложь и ересь. Отсюда ересь есть не просто словесная или логическая ошибка, но результат глубокого духовного повреждения еретика. Всякая ересь есть отделение от церкви, от ее духовного опыта, самость греховного индивидуализма. Православие не может не быть церковью предания, но это подчинение авторитету предания не есть слепое повиновение власти. Послушание преданию есть следствие любви к нему.
Ибо любовь знаменует единство, а действие самочинное, как отделение от церкви. Как отделение от церкви, от падения от ее единства, есть разрушение любви. Предание, хотя и находится вне нас, выражает совокупное церковное сознание, поэтому оно свободно подчиняет себе всякого, кто также причастен этому сознанию. Церковная свобода соединена с церковной дисциплиной и послушанием. Отрицая ее, мы отрицаем саму идею церкви, заменяя ее мертвым юридическим механизмом административного подчинения, выпадая из православия в иудаизм. В православии послушание всегда связано со свободой сынов Божьих. Поэтому духовная свобода является неотъемлемым свойством православия. Она часто ощущается как страшная ответственность, неприемлемая для слабых, которую так легко переложить на плечи иного. Но сделать так значит поддаться соблазну иудаизма и папизма. В соблазне отречься от духовной свободы и личной ответственности – сущность папизма. Протестантизм есть религия, возгордившейся и обособившейся личности, стремящейся найти обоснование только в себе. То, что в папизме отрицается во имя организации и власти, в протестантизме приносится в жертву гордости человека. Протестантизм оказывается эго-папизмом, в котором каждый хочет быть для себя папой, притязая на непогрешимость в делах веры. Предание им вовсе отвергается, чем разрушается то единство церковности, которому предание служит внешним выражением. Подлинный церковный авторитет является не внешним, навязанным, но любимым и дорогим, в котором выражается собственная воля, и заключается подлинное чувство церковности, одинаково отличающее православие от католицизма, так и от протестантизма. Свобода православия нисколько не мешает церкви быть иерархической, но выражается в ее разделении на клир и мирян. Именно клиру принадлежит право властного суждения в вопросах веры и богопочитания. И проповедь Слова Божия, связанная с совершением богослужения. Поэтому и соборы православные являются собраниями епископов. Однако это не значит, что миряне совершенно устранены от участия в вероучении, как в католичестве. Блюдение церковной истины, живое сохранение ее в сознании и чувстве принадлежит всему церковному народу, всему телу церкви. Каждый член ее не только пассивно приемлет, но и активно утверждает в своем личном сознании общий церковный опыт. Семь вселенских соборов имеют для православия авторитет безусловной обязательности и определение их имеют высший характер церковной непогрешимости. Однако православие существовало и до них, не исчерпывается их определениями. Соборы, бывшие в Константинополе после VII Вселенского, также имеют обязательный авторитет. Реальное представительство всего христианского мира на Вселенских соборах было и фактически невозможно, и вовсе не требовалось церковным сознанием. Соборы эти происходили в пределах Византии и были представлены греческими епископами из западных, присутствовали не только представители папы, но и, да и то, не на всех. Наименование вселенских принадлежит соборам потому, что они собирались христианскими императорами, держателями вселенской власти. Авторитет этих соборов признавался далеко не сразу после их окончания. Например, Никейского, Эфесского, Халкидонского,
Новые соборы подтверждали значение предыдущих, придавая им значение вселенских. Это принципиальный момент, ибо сам факт подтверждения одного собора другим указывает на то, что внешнего формального авторитета собор не имеет. Например, новый папа не подтверждает постановлений своих предшественников, как непогрешимые. Авторитет собор приобретает вследствие своего согласия с церковным сознанием. Установить же это согласие может только сама церковь. Поэтому второстепенным является вопрос о полном и формально-каноничном представительстве на соборе. Мысль богодуховенного подвижника, например, преподобного Максима, являющего в себе лик церкви, пребывающего с нею в непрестанном внутреннем соборовании, церковно может значить больше, чем многочисленное подобранное собрание епископов. В догматическом сознании церкви основным является тот факт, что далеко не все истины вырождены на соборах, но многие приняты внутренним соборным разумом церковным. Соборные определения – только рифы в океане церковной жизни. Послание к Ефесянам 3:10. «Дабы ныне соделалось известное через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». 1 Тимофея 3:5. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». С друзьями мне сугубо повезло, неискренних и лживых будто сдуло, объединялись с недругом на зло, показывали, косоротясь, дулю, а искренние, видя, за врагов молились, не ставили под ножку даже ярым, и обстановка чудно как-то изменилась. Не стало недругов ни новых и ни старых. Затишье, может, как перед грозой, но мы воспользовались дивной передышкой, вражду не приняли, считая за позор. Закон любви других законов выше. Для благовестия коронные часы и средства, собранные, вкладывали в книги. Ты на издание Евангелий отсыпь, чтоб просветить приход поповско дикий. Друзья умеют строго обличать наедине и даже принародно, и на молитву призовут тот час, со стороны взглянуть тихоне вроде. Но горше смерти друга потерять, когда из близкого в чужого превратится, в засаду выведет злодеев он отряд, с трудом и верится, что был когда-то близким. Чтоб потерять, да лучше б не иметь, так возгласит старообрядец темный. Нет, пускай охаживает плеть, Бог слово семя оплодотворит и в коме. Звонки не в праздники, не только с днем рождения, но постоянно с просьбой помолиться. Я знаю, как не любит это демон, что все мы ягодки на виноградной кисти. Я мирен, но лишь слух заговорю, враги к войне истошно завывая, под видом дружбы затевают трюк, но друг Христос нам обещал, я с вами. 6 июля 2008 год. Игнатий Лапкин. Все, дорогие мои, на сегодня все. Отошел я. С Богом. С Богом. Да, с Богом.
Все, с Богом, Игнатий Тихонович. С Богом. Храни вас Господь. Слава Христу. Слава Христу.